Друзья мои, всем большой-большой привет! Рада вас всех видеть на своем канале «Вязание с Татьяной». И у нас сегодня с вами очередная распаковка пряжи. Пряжа, которую приобретаем, как вы знаете, в рамках совместной покупки. Сегодня покажу вам первую поставку. А завтра выйдет уже вторая. Так, вот прям вот я не хочу рвать пакет, потому что здесь идут одиночные моточки. Давайте пока я развязываю. Значит, для тех, кто только присоединяется к нам, все ссылки есть в описании под видео, да? Как к нам присоединиться, посмотреть, заказать. Также, кто не владеет этими сетями, есть мой телефон WhatsApp. Если вы хотите заказать, вы не знаете как, написали на WhatsApp мне, нашли меня в Telegram, например. То есть способов очень много. При желании можно найти. Итак, я уже развязываю второй моток. В общем-то, давайте посмотрим. Что у нас здесь? Одиночные моточки какие-то я взяла на свободные остатки. Не знаю, какие. Узнаю, когда уже разберу ваши мешочки по заказам, девочки. Итак, давайте будем смотреть. Я буду доставать. Точнее, я все достану и буду складывать потом. Так, первое. Что? Ализе Артисан. Носочная пряжа, все вы ее прекрасно знаете. 75 шерсти, 25% полиамид, 100 грамм, 420 метров. Такое ощущение, как будто цвет прям по-другому у них стал в палитре. Так, это у нас номер цвета 507. Хотя, мне кажется, раньше, когда мы ее получали, он был в другом цвете. Не знаю, может быть, мне кажется, может быть, не кажется. Так, в общем, один. Если есть еще, значит, они будут дальше в повторах. Далее. Пряжа от Ернард. Посмотрите, какая расцветка крутая. Да? Ернард Ангора Актив. Красивая расцветка. 100 грамм 500 метров. 80% акрил, 20% шерсти. Цвет 852. Два мотка. Два мотка. Наверное, вот эти вот идут на свободные остатки. Наверное, я не могу сказать точно. Наверное. Такая-то одинаковая. Нет, это разное. Может быть, и не знаю. В общем, будем посмотреть. Ладно, давайте дальше смотреть. Возможно, где-то есть еще. Вот такой еще моточек Ангора Актив 848. Дальше один моток 847. Такая палитра. Здесь сочетание фиолетовых. Я, например, такие вот мотки, когда их два, вот шаль. Очень прекрасный вариант для шали. Вот Ангора Актив. Посмотрите, для любителей синих оттенков. Это цвет номер 842. Два моточка также. Я сразу уберу. Так. Дальше. Форза Солид. Да? Однотонная форза. Носочная пряжа. 100 грамм 420 метров. Состав идентичный артисану. Цвет 46-22. Это прям баклажанчик. Далее. Нака Махер Деликат Color Flow. Такой моточек. 5 махер, 10 шерсти, 85% премиум акрил. И цвет у нас номер 76055. Здесь оттенки зеленого. Дальше. Супервош. Естественно, куда без супервош. Сейчас приближается уже осень, все ближе и ближе. Черный цвет номер 60. Моток. Так, убрали. Дальше, девочки, еще пакет. Смотрим, что у нас ждет здесь. Какая красота. Ну, давайте. Что тут выкатилось из мешочка? Супервош. Это классика, я бы уже сказала. Цвет 76-78. Дальше супервош.
76. Дальше также супервош. Цвет 207. По одному моточку. Так, вот таких два моточка. Ализе 3 сезона. Вы знаете, что я уже вот в последней поставке привозила такую пряжу. Также штучная. Мы ее с вами сейчас берем. 3 сезона, цвет 209. 51 акрил процент, 25 махер, 24 шерсти. На 100 грамм 500 метров. Такой красивый цвет. Дальше Форза Солид. Еще 46-10, желтенькие. Так, Супер Вош. 76-77. Форза Солид. Это 46-45. Номер цвета очень красивый, красный. Прям такой благородный красный, знаете. Прям багряно-красный. Очень красивый. Так, дальше. Ализе 3 сезона. Розовенький моточек. Цвет 271. Ну, этикеточка заклеена. Такой моточек. Так, Ангора Голд. Многими любимая, известная пряжа. Не новинка, это уже классика у Ализе. Ализе Ангора Голд. Батик. Так. Цвет 79-21, 100 грамм 550 метров. 80% акрил, 20% шерсти. Это также для вязания шалей, друзья мои. Два моточка. Так. Рвется пакетик. Ну ничего. Потому что у этого поставщика очень много штучного идет, да? И мы имеем возможность порадовать себя единичными мотками. То есть нужен моток, взяли моток. Нужно 6 мотков, взяли 6 мотков. Так, вот они их так все завязали. Крепенько. Так, я справилась. Смотрим, девочки, что здесь. Здесь носочка. Здесь у нас носочка. Так, Форза Солид. Красота. Красивенная. Красивый цвет. 46-18. Красивый бирюзовый цвет. Очень красивый. Форза Солид. Еще один представитель красных оттенков. Это 46-46. Вот этот цвет именно похож на Супервош 56, если я не ошибаюсь. И еще у них там был какой-то красный. Если я не ошибаюсь. В общем, похож на красный. Это на по расцветке именно, как она выглядит в реальности. Если вы не видели цвета такие у них, то вот это похоже. Далее, вот в таком цвете. 46-15 Форза. Так, вот эти, по-моему, я взяла два на наличие. Вот именно вот эти моточки, да, Ернард Форза, 25-12 номер цвета, вот это классический цвет, как она и должна быть. Мы с вами ранее смотрели, я показывала носки, да, в готовых работах, один из последних роликов. Вот я носки вязала, там не было вот этих сиреневых цветов, было больше зеленого. То есть у меня в том мотке был не прокрас. Это, видимо, партия у поставщиков прям шла с заводов. И вот два моточка я взяла. И вроде на наличие. Но это вы посмотрите, потому что все выставляется, как всегда, в группе. Так я не помню. Я хоть на той неделе этот заказ сделала, но в любом случае голова забита другими мыслями, заботами. Я вот не запоминаю, что я взяла на наличие. Я потом по списочку уже проверяю. И что остается, значит, все на наличие. Ладно, это отвлеклись, пока я складывала моточки в мешочек. Вот такой вот моток 79-41. Это супервош. Форза. Вот в таком цвете. Я вот только-только вчера закончила вязать носки из этого цвета 46-25 на 47 размер. Я их вязала. Так, дальше. Леди Ярн Комфи моток.
5852-24, номер цвета, 100 грамм, 400 метров, супервош мериносовая шерсть, 75%, 25% нейлон. Комфи Леди Ярн, 58 цвет. Так, вот такой моточек комфи, зелененький. Так, это у нас 43.11 по моточку. Ну, а тем временем я поставила на паузу и достала следующий пакетик, распутала его. И что я вижу? Дальше. Второй моточек, мы с вами уже его посмотрели, на Камахер Деликат. Второй моток к цвету 76055. Я тут вижу очень красивый красный цвет. Ализе 3 сезона, 2 мотка. Вы посмотрите, шикарный. Камера все-таки не передает всего шика. Прям красивый, очень красивый. 56 цвет. Вот такой. Очень красивый. Этот ализе 3 сезона. Вы представляете, какая будет шаль, бактус, если вот вязать палантин, там, ну, что-то тепленькое накинуть, да? Дальше. Еще один моток артисан в таком же цвете, 507. Так, форза солид. Еще один моток, 46-25. Красивый синий цвет. Форза солид. 46-19. Так, второй моточек ализе 3 сезона, нежно-розовый. Все-таки какой цвет? 271. Вот он. Так, убираем. Так, второй моток. Ангора Актив. Думаю, что это. Второй моток. Первый мы с вами уже видели. Это второй. 847 номер цвета. 848 вот номер цвета, второй моток. Да, мы с вами уже их посмотрели. И здесь два моточка. Мадам Трикоте, ангора батик. Вот я вязала также шаль крючком из этой пряжи. Очень понравилось. Очень прям мне понравилось. Поэтому, девочки, рукоделочки, я вам рекомендую. Так, россыпью я достаю следующий пакетик. Я также поставила на паузу, а то уж совсем, знаете, надолго, в общем-то, растянется. Так, ой, какая красота я тут вижу. Вы посмотрите. Вы посмотрите только, да? Значит, что это за пряжа? Вы видите вот эти красивые мотки, шикарные моточки. Так, вот они, вот они, вот. Я себе тоже заказала два таких. Я очень хочу зеленые носки, вот хочу. Мне вот прям вот, знаете, я не знаю, что со мной, да? Прям вот хочется мне зеленого травянистого цвета, прям класс. Что же это за пряжа, девочки? Что за пряжа? Так, вот так. Это у нас пряжа Газал Happy Fit Unicolors. 50 грамм, 165 метров. Это у нас 25 полиамид, 75% супервош Merino Wool. Цвет 35-70, например, вот этот. Очень красивый. Дальше. Это 35-69. Класс. У меня есть такой форзе солид. Ну, примерно одинаковый. Зелени. Но зелень там тоже есть. Я уже связала одни салатовые. Но вот хочется, чтобы у меня было. Дальше. 35-72. 35-67. Вот они, видите, по тональности разные. Это красный, а это коралл. Все, я вам показала. Так. Ну, красота. Красота незабываемая. Неописуемая, незабываемая тоже, в общем-то. Но прям красотульки.
Так, далее. Носочная пряжа. Я такую ранее не получала. Первый раз ее держу. Everyday. 75% супервош, 25% полиамид, 50 грамм, 210 метров. Infinity дизайн. И цвет 23-35. Вот такая горчица. Мягенькая достаточно. А в то же время с небольшой жестковатостью, которая положена для супервош. Да? То есть хорошая носочная ниточка. Так, дальше. Comfy. Леди Ярн 43.10. Comfy. Так. 43.13 моточек. Comfy. 58.52. Ой, ускакал моточек. Нет, упрыгал. Так. Носочку показала эту. Дальше. Ну, посмотрите, какие кейки, девочки. Прям чудесати и чудесати, я бы сказала. Посмотрите, красота раз и красота два. Я прошу прощения за звуки. У меня там кора рвется в комнату. Но ничего, потерпит, а то она будет играть. Так, Naka Angora Luxe Color. Вот, это пряжа. 5 мохер, 15 шерсть, 80% премиум акрил. 150 грамм, 810 метров. Цвет 81-913. 150 грамм, 810 метров. Вполне связать шаль. И это то же самое Naka Angora Luxe Color. 81-921 номер цвета. Ну или бактус, да? На что-то такое вот. Не сильно большое, если хочется. И не сильно маленькое, чтобы было. Вот прям вот самый тот, как говорится, размерчик. Так, я тем временем достала следующий пакетик. Тут и упаковками, и россыпью я наблюдаю. Так, одна упаковка вот такой пряжи. Alize Superwash Comfort 01. 5 моточков. Дальше. Упаковка Alize Diva. Даже один моточек, посмотрите, интересно, серединка, вот серединка зеленая. В основном на поверхности зелень тут, а в этом так интересно. Alize Diva Batik 3307 номер цвета. 100 грамм, 350 метров. И у нас это, если не ошибаюсь, да, 100% микрофибра. Такая упаковка. Ну, а тем временем была единственная расцветка. Вот, посмотрите. Какой кейк, да? Возможно, будет поступление. Возможно, не будет. Мне кажется, да, это один и тот же цвет. Ну да, потому что мне, насколько я помню, была в одном единственном цвете. Я взяла два кейка, это точно на наличие. Значит, что это у нас за пряжа? Папатая, папатья, папатая. В общем, читаем, девочки. Потому что мне удобно говорить папатая. Мне все равно, насколько правильно мой французский. Да? Без разницы. Ангора кейк. Читаем, шпрехаем, переводим самостоятельно. Итак, вот, цвет 608, 200 грамм моток и 1100 метров в этом кейке. 1100 метров. Получается 80% акрил, 20% шерсти. Вот. Это точно на наличие, но, возможно, сейчас это у меня уйдет. Не могу сказать, что останется, а что уйдет. Вот вторые мотки, компаньоны, да, к первым. Первый я вам показала, это от Naka. Это также на наличие идет. Что уйдет, не знаю, что останется, не знаю. Что останется, то будет выложено. И также этот цвет точно так же идет в компаньон к первому мотку. Так, смотрим. Все, вроде у меня единичные закончились. Я предполагаю так. Так, значит, далее смотрим. Упаковка. Alize Wooltime. Цвет номер 161. 100 грамм, 200 метров. 75 шерсти, 25 полиамид. Все как всегда. Цвет 161. Пудра. Одна упаковка. Дальше. Forza Solid. Смотрите.
4 моточка в сером цвете. Это у нас цвет 4613. И один моточек. Три сезона вот в таком карамельно-бежевом цвете. Это номер цвета 67. Вот такой моточек. Один. Так. Дальше. Ализе Вултайм. Упаковка. Это цвет 182. Серый графит. И последнее, что я вам хочу показать. 4 мотка. Ализе 3 сезона. Чисто белый цвет. 4 моточка. И один моток супервош черный. Еще один. Все. Я вам показала все, что пришло. Длительное достаточно видео получилось. Но ничего, повязать и под кофеек будет отличненько. Все, друзья, я на этом заканчиваю свой ролик. Иду снимать следующий. И встретимся с вами в следующих роликах. Всем пока-пока.